Я Булатов Салават. Я правнук Булатова Даяна Вагизовича, кавалера Ордена Славы трех степеней. В августе 42-го года его призвали в армию. Он служил разведчиком 830-го стрелкового полка Белорусского фронта. 31 мая 44-го года его наградили Ордена Славы третьей степени. При ликвидации вражеского взвода возле деревни Смолица в Могилевской области. 26 июня 44-го года его наградили Орденом Славы второй степени за город Могилев. При освобождении Польши его наградили Орденом Славы первой степени. После войны он вернулся в деревню Исляйкино. Он воспитал шестерых детей, был мастером на все руки. Я горжусь своим прадедушкой.